наше движение, ноги у нас делают. Мы опускаем левую ногу, разворачиваем стопу в диагонали. Дальше то же самое с правой и опять слева. Да, это движение делаем 3 раза. И раз, 2, 3. Отлично. Руки в этот момент делаю. Мы выбрасываем руки, правая идет сверху, в крест, да, и подтягиваем их к себе тут. Раз, 2. Да, делаем это 2 раза в правую и в левую диагональ. После этого руки у нас будут наверх, вот в таком жесте. Мы поднимаем их наверх и опускаем к себе. Да. Соединяем с ногами. 7, 8. Раз, 2, 3, 4. Отлично. Дальше у нас на 3 счета идет переход. Мы будем отходить вперед. Мы наклоняем корпус, ручки у нас работают, и мы идет небольшая передышечка. Да. Еще раз. 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На 7-й счет мы должны развернуться в диагональ вправо. Да. Ноги у нас должны стоять примерно на ширине плеч, могут стоять вместе, как вам будет удобнее, потому что следующее движение у нас будет прыжок. Мы должны будем постараться сильно поджать ноги к себе. То есть будет и бам. Да. Отсюда руки у нас идут в замах в правую сторону и также наклоняется корпус. После прыжочка, во время прыжка у нас руки уходят в правую сторону для замаха и поднимается левое плечо, уводится вперед, правое уводится назад. Да. Мы делаем 7, 8 и бам. Отсюда движение у нас идет. Мы начинали в прыжке, то есть корпус завели в левую сторону. Отсюда руки уходят влево, корпус вправо. Потом меняемся обратно и обратно. То есть мы делаем 3 акцента в левую сторону отсюда. И раз, и два, и три. Да. Здесь ноги можете поставить немного пошире, чтобы было удобнее. Да. Еще раз, прыжочка. 5, 6, 7, 8. Раз, и два, и три. Отсюда. Ребята делятся также от центра, то есть правая и левая сторона. Правая сторона делает, соединяет ноги, рука идет ко рту, и отсюда вытягивает ручку в диагональ левую, корпус наклонен. А левая сторона делает, были здесь, подставляет правую ручку ко рту и вытягивает ее в диагональ, наклоняет корпус также. Отлично, еще раз, с прыжочком. 7, 7 и 8. Раз, и 2, и 3, и 4. Отлично. После этого здесь мы стоим 2 счета. 5, 6. На 7, 8. На 7. Мы стоим здесь 2 счета. 5 и 6. А на 7, 8 у нас идет переход. Но мы здесь корпус не наклоняем. Но ручки у нас также находятся здесь и работают. Да. Там, там. Отлично. Еще раз. Соединяем с кружочком. 5, 6, 7 и 8. Раз, и 2, и 3, и 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. На 7-8 у нас был переход. На И у нас идет также прыжочек, также в правую диагональ, ничего не меняется. И раз,
скачем с двух ног. Мы подгибаем бедра к себе и выбрасываем правую ногу в диагональ. Правую, да. То есть кружочек и пам. Отлично. Ручки у нас идут из замаха. Они идут в замах в крест и раскрываются прямо. Да. То есть это будет выглядеть так. И раз. Отлично. После этого мы прыгнули. Ручки остаются в этом положении, у нас идет переход. Раз и два. Да. Переход как будет довольно быстрый. То есть мы сделали прыжочек назад. Правую забили ногу, левую сторону, правую сторону. Да, отлично. Еще раз. Семь, восемь. И раз, и два. Вот здесь. Когда мы поставили правую ногу, мы шагаем на левую ногу и разворачиваем себя и ноги в левую сторону. И руки отсюда переходят вот в такое положение. Да, то есть в диагональ. Отлично. Еще раз. Семь, восемь. И раз, и два. Хорошо, еще раз. Семь, восемь. И раз, и два. Отлично. Отсюда ноги у нас работают. Мы шагаем на правую ногу назад. Левую ставим почти к правой ногу вперед. И отставляем правую ногу. Да. Еще раз. Мы были здесь, у нас этот переход. Раз и два. Отлично. Ручки. Руки были вот в таком положении в диагонали. Через низ они идут по кругу, переходят сюда и пам. Да. То есть они делают отсюда кружочек и сгибаются в другую сторону. Еще раз. Соединяем руки и ноги. Семь, восемь. Раз и два. Отлично. Еще раз. Семь, восемь, раз и два. После этого отсюда у нас идут по очереди, мы выпрямляемся, вырастаем и складываемся обратно. То есть отсюда у нас идет, первые делают раз и вторые делают. В то время как первые делают раз, вторые отсюда делают, они ручку подставляют в крест. Да, то есть идет счет раз и два. Третий на раз руки ставят также в крест. На и вырастают и сгибаются точно так же. Да. Отлично. Давайте подсчет. Семь, восемь. И раз. И два. И три. Отлично. Еще раз. Семь, восемь. И раз. И два. И три. Отлично. Молодцы. После этого мы стоим здесь два счета. И также сдвигаемся в том же положении. Да. То есть ручки работают, ножки не будут. Мы сошлись и отсюда спрыгиваем вот в такое положение. Пам! Сгибается левая нога, и руки идут в диагонали, они идут прямые. И отсюда мы делаем, пинаем, делаем кик левой ногой. Раз, два, и вместе с этим добавляем немного корпус. Раз, два. Отлично. Дальше перепрыгиваем на левую ногу. Пам! Поднимаются руки, все тот же жест. И мы делаем так же, там, но с руками. Еще раз. Прыгнули сюда и сделали. Раз, два и три, четыре. Отлично. Отсюда мы подставляем ногу назад. У нас идет прыжочек вверх и сразу опускаемся вниз. И дальше мы встаем, па-ба-бам-пам. Да, то есть мы просто поднимаемся, и ручки у нас идут через крест сюда. Отлично. Соединяемся вторую часть по счету. Семь, восемь. И раз, и два. И три. И раз. И два. И три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. И раз. Два. И три. Четыре. И пять. И шесть. И семь. И восемь. Отлично. Соединяем всю связку по счету. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Раз. И два, и три, и четыре, пять, шесть, семь, восемь, и раз, и два, и три, и четыре, пять, и шесть, и семь, восемь, раз, и два, и три.